Всем привет! Привет девочкам и мальчикам, дядям и тетям. Совсем забыл за эти машинки, обещал сделать ролик на машинки киногерои. И вот наконец-то я его сделал. Так, много, да, машинок по киногероям, и все знают, наверное, машинку, которая была в фильме «Король дорог». Наверное, у меня, кажется, все и началось с этой машинки по киногероям. Здесь присутствуют машинки аниме. Из одного аниме, который я не смотрел и, наверное, смотреть не буду, потому что, мне кажется, оно какое-то детское. Ну, немножко, конечно, посмотрю, может, там есть какой-то интересный смысл. Так, вот эту зеленую машину я показал, да, и с концами. Хочу сказать, что эти машинки по качеству изготовления, по краске декалям и, ну, то есть, не люблю это слово декали, как-то звучит, как женские чулки. В общем, вот эти вот буквы, да, рисунки на машинках, естественно, они отличаются от моделей, которые в другом цвете, но что интересно, здесь качество изготовления машин даже отличается сильно от тех, которые вот, допустим, вот эта красная, у меня есть в желтом цвете. Вот чем она отличается? Допустим, там радиатор сзади почему-то синего цвета, хотя могли бы сделать продолжение вот этих седел, ну, седла, где, в общем, там панель, вот эта руль. Обычно так и делается. Но там почему-то сделано как бы пластик двухцветный, что ли. Ну, колеса, естественно. Так, а вот эта машинка интересная. Если там посмотреть, год изготовления, в ее 94-й началось. Когда она была в магазинах, я не знаю, но ее литье началось в 94-м году. Не знаю, как она попала в эту кучку. Ну, как бы выбирал я все машинки одинаково. Да, смотрите, здесь еще есть дополнительно выхлопные, торчат две внизу белых. Вот, да, она тоже отличается как бы от, допустим, есть такие машинки зеленые, я видел. Вот, и по качеству она немножко интересная тем, что, допустим, колеса прокрашены красной краской. И не никель, а обычная краска. Вот. Сочетание, допустим, цветов этой машинки вообще классно. А здесь вообще вот интересная машинка. Такой вагон. Модель я еще не смотрел, что за модель. Может, это тоже футуристик. Но как машинка вагона, она вообще смотрится круто. Вот. Сзади стекло, кстати, не закрыто полностью металлом, а стекло. Тут тоже что интересно. Вот я, как я и говорил, допустим, продолжение стекла к радиатору. Вот. И радиатор, между прочим, прозрачно-зеленого цвета. Интересно смотрится он даже, когда на него попадает свет. Ну вот, даже не надо там подсвечивать, видно, да, что он прозрачный. Прикольно смотрится. На полке или в руки, когда берешь, она как бы подсветка какая-то от света, от лампочек там. Ну, эту машинку я просто так, как тоже она существует в аниме. Такая машинка, там какие-то гонки, я его тоже не смотрел. Ну, там какой-то немножко детский как бы мультик, то есть, ну, фильм анимешный. Ну, как бы я ее в кучу тоже сюда поставил, как бы аниме вроде ж как. Ну вот, сделал там несколько хороших фотографий, смотрите фотографии. Ну все, пока-пока.